Здравствуйте, дорогие аквариумисты, мои подписчики. Сегодня речь пойдет... Столкнулся я с проблемой бурых водорослей. Почему они у меня появились? Видите, вот яванский мох, который я до этого выращивал на суше, был погружен в аквариум с высокой соленостью. Когда я начал замечать, что яванский мох начинает загибаться, я начал опреснять воду большими подменами воды из-под крана. Ну, тут и поперли бурые водоросли. В данный момент в этом видео водорослей бурых стало гораздо меньше. Но я все равно решил попробовать новый способ, как можно очистить растения от бурых водорослей. У меня в маленьком аквариуме живет гомарус. Заметил, что гомарус, если его не покормить день-другой, любит есть буквально почти все. Именно все, что любую водоросль, все подряд начинает есть. Погрузил я гомарусу мох на камне. Тоже у меня частично он, конечно, там погиб из-за солености воды, но вроде начал отходить. Вот, как вы можете заметить, водоросли бурые еще остались на этом мхе. И гомарус потихоньку начинает кушать эту водоросль, собираться в этот мох, так как я его не кормил за день до этого. Хотя он и будет так есть, но так, я думаю, он более с аппетитом будет кушать эту водоросль. Прошло полтора дня. Вот так выглядит яванский мох. Бурую водоросль гомарус практически всю съел. Также частично съел мох, который умер. Так скажем, почистил мох от отмираний, от бурых водорослей. Конечно, он все равно не сильно красивый мох, но все-таки мох яванский не любит соленую воду. Думаю, он со временем отойдет в аквариуме уже с минимальным количеством соли. Правда, единственное, что волнует, что у меня вот три креветки живет, которые любят солоноватую воду. Но есть надежда, что они адаптируются. Все-таки уже долго живут. И в пресной воде, более-менее пресной, чувствуют себя довольно-таки неплохо. Креветки-полимоны, которые живут в Черном море, в Азовском, в лиманах. Ну, я в лимане их поймал. Кстати, гомарус тоже с лимана. Частично там уже практически пресная вода. Тоже я постепенно опреснял воду. И причем вот все гомарусы, которые плавают, это гомарусы, уже родившиеся в аквариуме. Вот я уже установил яванский мох непосредственно в аквариум. Рядом мох, который не чистился. Ну, это креветка с лимана, которая... Как видите, справа мох более чистый, чем слева. Справа мох почистили гомарусы. Так как бы... Можно применять гомарусов для чистки растений. Правда, в аквариуме их могут рыбы съесть быстро. Всего вам хорошего. До новых встреч. Скоро будет новое видео. Подписывайтесь. Пишите комменты. До свидания.